Такое ощущение, что дизайнеры марки Honda, прежде радовавшие революционными откровениями, познав дзен, начали проповедовать спокойствие и умиротворение. Во всяком случае, новый кроссовер Honda CR-V вышел именно таким, достаточно спокойным и вполне умиротворенным. Никакой двухэтажной оптики, монументальных решеток радиатора и сложно сочиненных выштамповок. Это всеми любимый сервант, который лишь слегка примоднился, примерив трехмерный гриль и затемненные фары. При этом салон будто рисовали не бумеры, а зумеры. Что, кстати, объяснимо. Ради общей корпоративной экономии интерьером поделился свежий Civic. А его традиционно выбирает гораздо более молодая аудитория. Отличий самый минимум. Это слегка иное оформление центральной консоли, а также наличие 9-литрового бардачка под крышкой подлокотника. В длину японский паркетник раздался заметно, но ширина и высота выросли совсем чуть-чуть. Растянутая база и удлиненный капот добавили силуэту солидности, однако эти нюансы подметят лишь подлинные фанаты модели. Им же будет полезно узнать, что жесткость кузова выросла на 15%, а плавность хода, шумоизоляция и управляемость улучшились. Именно улучшились, а не перешли на новый уровень, ведь машина сохранила прежнюю платформу. Агрегаты тоже прежние. Базовым значится 200-сильный 1,5-литровый турбомотор, которому продолжает ассистировать вариатор. Альтернативой остался гибрид, построенный вокруг 2-литрового атмосферника, умеющего работать по экономичному циклу Аткинсона. Кстати, гибридные версии получат более агрессивный обвес и темный декор кузова. Ну а 10 подушек безопасности, полностью светодиодная оптика и продвинутый комплекс электронных ассистентов полагаются всем. Первым рынком, куда придет новинка, ожидаемо станут США. Притом, дабы удовлетворить традиционно высокий спрос, Honda готова делать кроссоверы одновременно на трех заводах — в штатах Огайо и Индиана, а также в Канаде. Между тем, Honda Civic, или как его называют сами японцы — Civic, готовится справить полувековой юбилей, а подарком станет выход злой модификации Civic Type R нового поколения. В преддверии дебюта компания распространила несколько тизеров грядущей новинки. Увы, но из этих промо-материалов понятно только банальное. От стандартного Civic свежий Type R будут отличать оригинальный обвес, форсированный мотор, а также перенастроенное шасси.